Всем привет, и снова с вами Басон. Сегодня мы будем продолжать играть в Overlord Rising of Hell. Так, мы уже вернули два заклинания себе. Продолжим по лесам. Пик небес, вечная ночь. Вот. Мы будем бегать по лесам, освобождать лес от обезумевшего эльфа. Так. Сколько у нас 15 доступно? 5, 6, 7. И эти возьмем 7. И на огненную, если что, надо будет. Или лучше. Ладно. Уже кого-то тут замочили. Так. Так, значит, найдите вход в земли дварфов, найдите, разрушите корни и убейте Беруна. Собираем зелененькие души. Так. Пойдем прогуляемся туда, значит. Так, что-то мне не хватает. 7, 2, 5. Что-то я, по-моему, огненного, по-моему, брал больше. Ну ладно. Пойдем погуляем таким составом. Еще не стихли шаги усопших. О, они укоряют нас. От эльфов сплошное расстройство. Возьми себя в руки. Одного коричневого мне запинали. Так, корни. Тут не пройти, пойдем, значит, там. Опять этих бегающих крыс мочить. Так, вот он наш оберончик. Так, корни у нас туда. Два корня, один туда. Пойдем последний с той стороны порубим. Thank you.
Друиды эти грёбаные. Угу. Ну ясно. Опять с зелеными будем сейчас яд поглощать. Больших жучков побогасим-то попутно. Все, он уже цветет и пахнет. Деревца растут тут какие-то. Ну ладно, мы пойдем главным делом заниматься. Кажется, не туда немножко пошел. Таковой карты тут нету, поэтому приходится блуждать в пустоте. Так, здесь мы ходились, так было не пройти, придется пройти немножко другим путем. Денежки какой-то, тотем. Столько меня гоняется за одним жуком и не может его поймать нифига. Нам, получается, не можем пролезть. Ладно, пойдем тогда те корни долбить. Так, этот корень. Ну ладно, пошли вот здесь пройдем. Может быть, что-то там дальше откроется нам. Мы, забытые дети богини, возносим хвалу ей, ибо она есть мать всех народов, но эльфов любит крепче всех остальных. Не оставляй нас, мать эльфов. А, скучища. Мне показалось, или там какая-то хрень прошла большая. Тут сундучки.
Ух ты! Поросянтус какой-то или здоровый. Да, поросенок переросток. Ну, здесь даже огненные жучки есть. Не зря огненный взял, потребуется. Нифига себе тут шушеры. Главное, лоси завалить, чтобы не воскрешали. Легается еще кабанчик. Колодцы как раз на призывы, на ману, на хп. Ох ты! Как мило! Встречают! Убейте их скорее, владыка! Да, как обычно. Так, одну свинку мы завалили на шашлык. Сейчас крысятничество мелкое завалим. Хрюндели пятачка этого. Главное отзывать вовремя. Так, там еще где-то лоси у нас сидят какие-то. Как их там достать? А. Тут не пройти.
Хотя там вроде что-то было. Тут же корень мешал нам пройти. О, сейчас мы тут насобираем. О, новая вещица. Обожаю обновки. Далеко не будет тащить его. Зато плюс 5 миньонов будет прибавка. Так, у нас по 5 таких уже. Вы можете призвать еще прихвостней. Так, у нас уже 20 предел. Не зашибись. Ватага такая собирается уже сзади. Мне бы сейчас манночка не помешала. Так, вроде ж корень-то убрал. Сколько? 3 корня еще осталось. Значит, один где-то, получается, сзади был. Ну ладно, мы сейчас ходим еще подостаем. Ляга какая-то. Нельзя просто так топить свое войско, повелитель! Вам нужны слуги, что умеют плавать. Или хотя бы медленно тонуть. Синие плавают, как рыбы. Нельзя просто так топить свое войско, повелитель! Вам нужны слуги, что умеют плавать. Или хотя бы медленно тонуть. Это я уже понял. Синие плавают, как рыбы. Получается, что нам и здесь тоже не достать ничего. Получается, и сюда тоже не пройти. О, и тут опять появились жертвы. Запинали в кустах. И туда дальше не пройти, потому что там стена, ворота закрыты. Пойдем, придется искать синих, чтобы дальше все открывать. Как видите, я говорил, что все завязано на миньонах. Поэтому придется бегать искать синих. А синие, насколько я помню, в замке, где чума. Там где-то они. Ну, поэтому придется возвращаться. Половину мы этих корней отрубили, осталась еще половина. Эти тут нужно водоем использовать, и там водоем.
Ну ладно, пойдем к себе в башню. Тут еще какой-то ход есть куда-то. А, это возврат в деревню. Возвращаемся в нашу башню. Надо будет еще красных поднабрать, потому что их стало мало. Приветствую! Так, пик небес, по-моему, вот здесь вот. Хотя у нас в рыхлых холмах какие-то задания есть. Найти вход в пик небес, обнаружите, что смайн. Ну это ад. Так, вечная ночь. Блин, опять телепортировался не туда. Приветствую! Так, пик небес. Вот сюда нам нужно узнать про чуму, все остальное там, что происходит. Слизь, запах разложения, гниющие трупы. Все напоминает мне о доме. Над этими заболоченными землями возвышается город, небесная обитель. А внутри него угнездилась великая ангельская цитадель, словно муха на навозной куче. Эй, я вижу, как вы пялитесь на овец. Пусть эти уродцы забудут о моих девчатах. О, идите сюда, овечечки. Кладбище. Поджигатели. Чем так это их опасно таскать? Они спалят пули с собой вместе. Послушай, дружище, лагерь переполнен. Мы больше не можем принимать людей. Да и для твоих маленьких друзей места нет. Ты уж извини. Извините, милорд, но судя по тому, как этот господин одет, он не беженец. Он направляется в город, а не из него. То есть вы на самом деле хотите войти? Что это на вас нашло? Неплохо. У меня все болит. Я даже не знаю, что лучше, сидеть там с теми или здесь с этими. Сэр Уильям запер остальных, запер их в этих штуках. Неплохо. У меня все болит. Говорю вам, он пошел на постоялый двор и не вернулся. Что происходит? Что происходит? Держитесь от меня подальше. Уходите прочь. Зомбяк такой сразу. Я бежал из города до того, как они его закрыли. Не хотел попасть в ловушку. Да, интересно. С этим постоялым двором что-то не так. Эй, Громила, иди сюда. Слышал, ты ищешь способ проникнуть в небесную обитель. Да ты чокнутый, если так. Но у меня там семья. Может, именно такие чокнутые нам сейчас больше всего и нужны. Смотри, вон там сточная труба. Я видел, как оттуда выбрались несколько беженцев. Их было мало, да и выглядели они плохо. Очень плохо. Но если тебе нужно в город, то другого пути нет. Если вы хотите перейти водное препятствие, вам нужна помощь синих прихвостней. Они умеют парить над водой. Где-то они тут поблизости должны быть. Ну, как обычно. Вы не хотите уходить из лагеря? Хм.
Ну и какого черта ты это сделал? Зомбаки тут... Хочешь, чтобы твои мозги сожрали зомби? Тут зомби-то умирают как... Ух, нифига себе, тут еще целый подъем кладбища. Сколько что-то их можно резать? Всех вырезали. Так. Так это мы не достанем. Понятно. Так, ладно. Пойдем туда сходим. Что у нас здесь? О как. Овечки. Наше любимое дело. А тут бараны. Ну ладно, фиг с ними, с баранами. А, вот они, синие-то. Так что мы правильно пошли. А, суккубша. Суккуб. Бедные девушки, никто их не понимает. Им просто нужно немного любви и немного смерти, как и всем нам. You choose all. Вот очередной телепорт. Так, суккубы, конечно, не очень хорошая вещь, так как они валят миньонов очень хорошо и сами жирные. Сначала отнесите мне вот это. О, новая вещица. Обожаю обновки. Сейчас я ману восполним еще на одну ячейку. Так это интересно несут. С одного края все трое. Вы набрали маны. Так, мне нужно миньонов и дают. Greens. Хотя, в принципе, все туда отправить. Reds. All. Пускай все там стоят. А мы здесь по водичке пройдемся. Я знал, что синие найдут убежище в какой-нибудь милой сырой дыре. Ступайте, господин, нужно забрать их гнездо.
дополнительная дверь. Ну, пойдем забирать их гнездо. Скорее, за ними! You choose all. Какие-то курицы. Как видите, повелитель, бойцы из синих никудышные. Но они умеют оживлять других прихвостней. Как видите, синие умеют передвигаться по воде. Вам потребуются их навыки, чтобы достать гнездо. Ну что делать? Будем пользоваться навыками. Пернатых надо повалить. Ну как же избавиться от лишних миньонов? ТП-то есть, а вот миньонов, чтобы призвать. Это гнездо синих. Нужно отнести его в башню, чтобы ребята обрели дом. Помогите синим, повелитель, а то птицы заклюют их насмерть. Попробуйте отвлечь птиц, взяв их яйца. Только синие умеют плавать, владыка. Нам нужно их гнездо. Синяя жизненная сила, повелитель. Даже не буду говорить, для чего ее используют. Неправильно, не надо. Так, теперь придется, понимаю, использовать одних синих. Эти синие помогут вам отнести свое гнездо обратно в башню. А, вот так вот, ну ясно. Браунс. Блюз.
этом, я думаю, мы закончим. Сейчас вернемся в башню. В принципе, я знаю, где теперь находится гнездо синих. Приветствую! Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся, ждем продолжения.